Привет всем милым пончикам, и я сегодня буду рассказывать о подарках, которые сделали нам организаторы на семинаре Елены Крыгиной, визажистом. Хочу сказать, что я была первый ряд, первое место. Этот билет стоил 5000 рублей, и подарки VIP-мест отличались от подарков тех, которые были билеты за 2500. Соответственно, я максималист, я всегда беру самое лучшее, самое крутое, поэтому я взяла именно вот первый ряд, и, собственно, покажу вам сам пакет, в котором были подарки, потому что я пришла уже вот в зале. Хотя, вы знаете, я уже там им писала, что для блогеров должны и бесплатные билеты. Но, с другой стороны, у нас бесплатно ничего не бывает. Блогеры у нас вообще не особо котируются в стране, так скажем. Поэтому я не особо надеялась, что меня там бесплатно куда-то пригласят. Вот, хотя я, в принципе, знакома с Гошей Карцевым, который является креативным директором Елены Крыгиной. Он очень прекрасный стилист. Я знакома с ним только по интернету, так лично, как бы я его первый раз увидела. Только на семинаре, прекрасный супер стилист, я все прочитала, и видеоканал его пересмотрела, и перечитала все интервью, вот. Ну, не говоря уже, конечно, о Елене, потому что... Я с пренебрежением, сразу хочу сказать, отнеслась первые как бы моменты просмотра канала, потому что я знаю, что у нас в России все делается за деньги, собственно, за деньги крупные, и просто так продвинуться практически, ну, как сказать, невозможно, либо нужно иметь действительно очень-очень крутой талант. И второй вариант. В целом, я поняла, что второй вариант – это крутой талант помог Елене, потому что все-таки она из, по-моему, из Сургута, семья у нее самая заурядная, самая обычная семья, небогатая, и переехав сначала в Петербург, потом в Москву, и достигнув такого суперкрутого уровня, я, честно говоря, в шоке. Вот что значит поставить себе цель. Ну, давайте я вот так вот рассказала немножечко вам вкратце мое мнение. Семинар проходил в Петербурге, назывался Beauty Day. Я решила пойти сразу же, быстренько оплатила билеты, хотя с ними была тоже некоторая путаница, не поставили номер телефона изначально, не было никому ни позвонить, ни узнать про билеты. Ну, как-то мне вообще супер круто повезло, что первый ряд, первое место было свободным, а остальное вообще все забито. Там третий ряд, по-моему, оставался. Ну, в общем, я решила, что нет, первый ряд, это как раз это мой билет будет. И на местах, прям вот когда мы зашли в зал, очередь, конечно, была супер-супер огромная, я не ожидала, что так будет. Конечно, отель вот этот Введенский, он не совсем соответствует формату мероприятия. Если людей там 200-300 человек, то они просто не умещаются, они стоят огромные очереди везде, там не протолкнуться было. Конечно, в следующий раз пусть Елена Крыгина приезжает в Ледовый дворец. Я хочу сказать, что я не визажист. Мне просто нравится, когда макияж выглядит красиво. И раньше, может быть, несколько лет назад, когда YouTube только развивался, я по-другому совершенно красилась. Я не понимала, почему у меня не выходят какие-то макияжи, какие-то техники. Я красилась так же, как и звезды YouTube англо-американские, но мне ничего не выходило. И, конечно, сейчас мне актуально. Я до сих пор еще пока не решила, идти на курс или нет. Визажистом я точно быть не хочу, хотя, конечно, Елена, она реально подбивает на это мастерство, реально хочется стать визажистом, но я... Просто у меня немножко другая стезя. Я пиарщик, я маркетолог больше, экономист. У меня экономическое образование, поэтому... Я могу только любоваться и смотреть на вот эти все советы интересные. Так, ну что, опять я заговорилась. Покажу вам вот пакетик. Он такой вот коричневенький. Самый главный подарок, на мой взгляд, это, конечно же, удивил Ригош. Я не ожидала, что окажется вот такая вот бадья. Вот, то есть вот такая вот коробочка, такая вот пакетик такой плотненький. И даже не полиэтиленовый, а картонный пакет Ревгош. Вот.
Вот. Так, здесь продукция именно от Smashbox. Помните, я недавно показывала вам Smashbox, и я обрадовалась, потому что здесь такие все продукты интересные. Ну, начну с самого крутого. Это вот такая вот палеточка Smashbox. Так, палетка теней для век, Photo Op Eye Eyeshadow. Я не знаю, сколько палеток у теней, уж Smashbox, я не могу выговорить, как шамка, Smashbox Fade to Black. Вот. Я офигела, когда увидела эту палетку. Вообще, она очень красивая такая, смотрите, переливается градиентом фиолетово-черным. И сама вот палетка, она выглядит очень-очень круто. Здесь очень крутые цвета. Посмотрите, какие... Вообще все крутые цвета здесь собраны. Ничего не могу сказать по поводу техники нанесения. Я только пробовала на палец. Очень мне понравилось. И даже вот сейчас я вам могу сказать, что очень круто. Наносится просто супер. На палец. Сколько продержится на глазах, ничего не могу сказать вам про эту палетку. Удобная кисточка здесь есть. Вот. Ради приличия положили кисточку. Большое-большое зеркальце. Вот. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь теней. Нет, семь теней. Причем, знаете, самых таких крутых теней, самых важных, мне кажется, макияж. То есть здесь и такой бежевый, такой белый, кофейный оттенок, такой вот дымчатый кофейный с блесточками, такой коричневый опал. Вот этот цвет мне очень-очень нравится. Вот он. Вот он. Очень вот этот цвет, он всем глазам, мне кажется, придает красивый вид. Дальше, что у нас с Smashbox'ом? Я все сохранила как есть. Ничего не пользовалась ничем. Так, дальше вот такая вот штука для глаз. Устойчивый карандаш для век. Вот так вот он выглядит. Маленькая коробочка. Мне нравится, что все в коробочках. Все. Вот. Вот такой вот карандаш. Ну, черный. Есть черный. Единственное, что он достаточно жирный. И здесь вот с той стороны вот такая вот как бы растушевка. Вот такой аппликатор я вообще никогда не понимала. Ну, растушевывает он. Размазывает. Буду пробовать, ничего сказать не могу, просто покажу вам сейчас все, что подарили, а потом уже, может быть, где-нибудь обмолвлюсь. И что самое главное, waterproof, то есть водостойкий, это очень-очень важно. Так, дальше. Так. Еще не открывала вот такой баллон. Кстати, почему-то цены на семинар везде утаивались. Я считаю, что надо везде говорить, сколько стоит. О, круто. Ого, круто. Вот сейчас как раз макияжик и сниму. Сегодня у меня был день рождения. Сделала макияж такой в кафе. С родителями праздновала. Вот такой вот Smashbox Waterproof Remover. Вот такой вот ремовер. И сейчас мы его, кстати, испытаем. Как с моих палец нужно... Слушайте, я ничего не сломаю? Такие звуки. Короче, что-то вообще, мне кажется, поломаю. Короче, прикиньте, мне не открыть. Жесть. Кручу-верчу, запутать хочу. А, надо надавить вниз, потом повернуть. Слушайте, это вообще жесть. Первый раз такое вижу, технология. Не знаю, сейчас попробую.
Я не подготовила никаких салфеточек, что-то я ничего не готовлю. У меня растворилась ватная палочка. Вот с пальчиков все снялось. Кстати, интересно. В целом вещь неплохая. Мне понравилось. Даже как она открывается. И она была такой черной бумажечкой. Так, дальше. Поехали. Smashbox Photo Finish Primer. Так, сейчас у меня вообще все, теперь на другой руке все перекочевало. Тени, конечно, устойчивые, поэтому... Так, праймер покажу. Ну, он маленький, поэтому цвет А62, фотофиниш, базовый только праймер. Вот, как держится, пока ничего сказать не могу. Вот, пожалуй, вот эти все подарочки. Это было от Rive Gauche. Так. Дальше маленькие подарочки. Вот брошка такая мне понравилась. Сейчас я вам покажу. Это уже такие маленькие спонсоры пошли. Интересные. Надо мне тоже спонсором попроситься. Домик принцесс. Так, вот такой вот. Брошка. Вот такой пакетик. Очень классно. Мне вообще никогда в жизни такой не дарили, поэтому... Вот она на маленькой такой штуке. О, цветущая сакура прям какая. Так. Дальше был пакетик вот такой вот от фирмы Предлог. Это вот какие-то канцелярские товары крутые. И там был Moleskine. Представляете, Moleskine. Вот. Но я хочу сказать, что мне сестра подарила уже на Новый год Moleskine. Вот он. Но мне нужны будут два, потому что этот я уже чуть ли не до марта исписала. У меня столько дел, столько в мозгу всяких мыслей, что я уже все исписала. А здесь, смотрите, именной. То есть Beauty Day здесь написано. А с Еленой Крыгиной. Ой, все-таки круто так добиться чего-то. Вот я к Елене Крыгиной на самом деле отношусь очень хорошо. Особенно после этого семинара. Очень хорошо. Это лучше, чем, как я уже писала в комментариях, какие-то блогеры, которые копируют европейские какие-то идеи. Лучше бы уж учили, как красить правильно. И какие-то куча карточек пришло. Не пришло, я уже заговариваюсь, короче, устала. Тут карта активации этого предлога. Потом здесь про Smashbox опять брошюра. Потом Beauty Lounge Cafe Bar приглашает. Тут... Так, Beauty Cafe, салон красоты. До 28 февраля 20% скидка. Так, вот сама эта карта предлог. Канцелярия. Канцелярия тоже молодцы. У нас нет такого прям фирменного канцелярского магазина. Ну, разные есть. Вот. Если бы я создавала канцелярский магазин, я бы его назвала канцелярская крыса. Но я, наверное, вряд ли создам, у меня нет времени. Ну, еще Beauty Lounge, такая карточка. Там еще на семинаре очень много было розыгрышей. Люди выигрывали велосипеды. Люди выигрывали поход, бесплатный спа. Месяц этих занятий фитнесом. Короче, только не выигрывали. Ну, прикольно. Видео, которое я выложила 30 минут семинара, попросил меня Гоша убрать, потому что нельзя якобы было снимать. Странно, потому что я все время, что я только и делала, то снимала. Кстати, waterproof карандаш не отмывается салфеткой, что меня уже очень-очень радует. Такс. Конвертики остались. На скидку. В
Вот, еще купон на скидку Smashbox 15%. Икру кафе. Вот такая вот штука. Сертификат до 15 января. Кстати, прикиньте, до 15 января сертификат действительно. А семинар-то уже был 26 января. Значит, эклер лавандовый и бокал шампанского какого-то. Можно было получить оплошность, дорогие спонсоры. Все, больше нечего показать. Кстати, я заказала L-бокс. Представляете, это вообще ужас. Я никогда не думала, что я до этого докачусь. Но мне было так грустно, одиноко, я психанула и заказала. Расскажу вам про это в следующих видео. А, еще знаете, что меня мучают сейчас по поводу вот этих таблеток МКЦ? Они супер-супер помогают похудеть. Причем, короче, вообще ничего не ешь после этих таблеток и не хочется есть. И они безвредные, холестерин выводят. Вот, если хотите, я могу рассказать про них в следующих видео. Пишите. Всем пока.